Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту без вложений. Это биткоин кран. Называется BitGorilla. И всем уже известно то, что кран платит и платит исправно. Значит, что он? Лучше биткоин кран на просторах интернета. Зарабатывайте биткоины, продавайте свои проекты. Продвигайте свои проекты, приглашайте партнеров, выводите свой заработок. Регистрация. Здесь это все можно прочесть. Описание программы. Пользователей 47 292 человека. Уже заработана вот такая большая сумма. И выведена тоже большая сумма. Дней уже работает почти 200 дней. Ну, сегодня уже пришло 44 человека. Регистрация, логин, имейл, пароль. Ставим галочку, что соглашаемся с правилами. Разгадываем капчу. И заходим в кабинет. Я уже зарегистрировалась только что. Так. Капчу. Пройти, подтверждаем. Там горы, холмы. И подойдем в кабинет. Минимальный вывод отсюда 50 тысяч сатошиков. Значит, так вот он наш выглядит кабинет. Ну вот, начать игру — это вот наша главная страничка. Давайте посмотрим, что здесь. Так, игровая зона. Вы заработаете до 50 тысяч сатоши за клик. Так. Получить биткоины. Нас перебрасывают на страничку. Значит, что он нам говорит? За участие в проекте вы получаете бесплатные бонусы. Зарабатываете сатоши из BitGorilla. Вы заработаете. Так, ну что нам? За клик. Сейчас посмотрим. Получить биткоин. Ага, нам дали бонус. А вот 19 сатошиков капнуло. Смотрите, вы заработаете. Так, бонус будет доступен через... Ага, здесь очень быстро как-то. Это через что у нас? Секунды идут. Давайте-ка посмотрим. Получить биткоин. Так. Опять разгадываем капчу. Транспортные средства. Так, светофоры. Ну, началось. Это капча, конечно. Сейчас пройду капчу. Что-то. Вот это капча. Супер капча у нас. Получить биткоин. И опять, смотрите, идет уже 27 сатошиков. Нормально. Это так можно ходить... Как бы без ограничений выходит. Ладно, пойдем дальше. Опять игровая зона. Бонус. Так, вы заработаете опять 50 тысяч за клик. Вы можете получить бонус каждые 10 минут. Получить биткоин. Ага, каждый биткоин место получить. Так, этот бонус дается каждые 10. Вам нужно пройти 5 вкладок, задерживаясь на каждый по 10 секунд и пройти 3 вкладки с цифровой капчей. Угу. Ну, это я не уже сами тут нажмете получить, чтобы не затягивать видео. И далее там по схеме вернусь, тогда я это все после проделаю. Дальше опять еще бонус. Это ежедневный бонус. Значит, что у нас здесь? Ежедневный бонус, это где вы получаете за то же, за просмотр
статьи в последовательности, просмотреть 7 вкладок со статьями, плавно прокручивая страницу вниз, задерживаясь на каждой по 11 секунд, а также ввести 3 капчи в последних 3 вкладках. Награда за этот бонус является самой высокой на сайте. В день доступно 5 бонуса. Ну, тут точно так же нажимаем «Получить бонус», прокручиваем до конца и как бы ждем 11 секунд и получаем бонус. Все как бы тут расписано. Серфинг сайтов. Что у нас здесь дается? Значит, по 40 сатошиков. Неплохо, тоже 40, 25, 17, по 10 сатошиков, по 5 сатошиков. Так, ну сама мало, 5 сатошиков. Ну, давайте просмотрим, что у нас здесь, серфинг какой. Ждем окончания таймера. Идет отсчет времени. Так, ага, вот капча у нас такая цифровая. Значит, что у нас? 3, 5, 9, 3. Нажимаем submit. Так, и что у нас? Так, возвращаюсь на стрелочку я обратно. Угу. Вот 32 сатошика у меня уже. Так, далее серфинг. Так, добавить сайт в серфинг. Можно рекламировать свои проекты. Заголовок. URL, реферальная ссылочка. Выбираем тариф. Какой у нас тут? Как бы, да? Есть 10 секунд, 5 сатошей. Сохранить изменения. Так, вывод. Ну, задание я в задание не люблю. Значит, прописываем сюда свой PR кошелек, сумма вывода и лимит на вывод составляет 50 тысяч сатоши биткоин. Значит, в настройках мы можем поменять свой пароль. Далее вкладочка рефералы, находится партнерская ссылочка. Ну, а здесь помощь, это здесь все описано, как бы все можно почитать. Вот. Ну и на главной стороне, оно факт, вопросы-ответы. Вот такой вот кран. Кран платит. Уже много, очень много информации о том, что он платит. Я все это просмотрела, но решила зайти. Кому интересно, пользуйтесь. Будет, чтобы вводить, буду делать видеообзор. Всем удачи и больших заработков. Кому интересно, пользуемся. До новых встреч.